И снова здравствуйте, всем привет. Итак, значит, конфедератам нужен флаг. Давайте попробуем его сделать. Значит, пока я вот это все поудаляю. Единица на нампаде и добавляем add mesh. Добавляем план или сочетанием клавиш Shift-A. Так, Shift-A, нажимаем mesh и нажимаем план. Так, тройка на нампаде. Давайте R все это дело перевернем. Единица на нампаде, значит, можно это все с помощью транспоза растянуть. Так, давайте подведем куда-нибудь вот сюда, повыше поставим. Добавим Shift-A, Mesh, добавим, ну давайте цилиндр. Так, цилиндр делаем S, уменьшаем, подгоняем, чтобы ну более-менее на древку был похож. Без лишних, как говорится, этих выедрежей. Так, древка большая, толстая, не нужна. Тоже все это дело подведем, подставим. Теперь все это дело выделим. Привяжем set origin 3D курсору. Так, вот эту штуку тоже приподнимем, флаг. Добавим ему подразделений в Edit Mode, выделяем английское А, весь план, если он у вас не выбран. Правой кнопкой мыши нажимаем, находим Subdivide, и вот здесь вот окошко внизу, прибавляем подразделение. Так, я много не хочу добавлять, чтобы ну, все весело поменьше. Теперь что сделаем? Я вот сюда еще добавлю поближе пару ребер. Так, выберем верхнюю вот эту вот функцию Select Box. Так, выделим вот так вот регион ребер. Вот, выделяем. Находим Selection, находим Checker Deselection. Что он делает? Смотрите. Selection. Так. Checker deselection. Видите, через одну оставляет вот эту штуку. Давайте по новой раз выберем. Добавим shape key. Добавим и season. Можно вот использовать через одну, значит, вот эту вот checker deselection. Если сейчас не заработает, я попробую его применить, да? Так, теперь заходим в object mode. На наш флаг ставим, значит, ткань, настройку. Смотрим, что тут почем. И вниз мотаем, находим шейпы и подставляем сюда нашу группу. Пробел включаем, флаг падает. Вот такая штука. Теперь нам понадобится добавить ветер. Так, ну ладно, прогнала. Все на первый кадр. Добавляем add, вниз опускаемся, force, fint, добавляем ветер, перекручиваем его R, подставляем пока снизу, чуть-чуть приподнимаем, здесь ставим 3500, enter, смотрим, как это все работает, видите, что ну, многовато, да? Так, теперь ставим 2000. Так, а ну-ка. Так, 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 многовато. А ну-ка, G. Выберем наш флаг, добавим ему веса. Выберем вентилятор, поставим 1000. Так, ну уже получше. Выберем теперь флаг, уменьшим, значит, вес. Добавим шейдер смут, сгладим. Так, вроде бы все нормально. Так, теперь что можно сделать? Опустимся на материал вниз и добавим коллизию, добавим
self-collision. А ну-ка. Ну, уже помягче. Так, это вроде бы все нормально. Так, вентилятор теперь. Ну, в принципе, нормально. Только нужно ему, наверное, сделать чуть-чуть направление какое-нибудь. Так, ну мотыляет оно нормально. Так, подгоняем вариации сид. Ну давайте чуть поменьше. Много вариаций не надо. Вот пойдет, да? Где-то 35 пойдет вариаций. Так, теперь флоу. Смотрим, можно уменьшить. Ну, вроде бы нормально, да? Так, еще что ему можно добавить? Так, нойсы. И вот здесь чуть-чуть тоже 1 килограмм. Давайте, может, чуть прибавить ее. Сильно, чтобы он не развивался. Мне хочется, чтобы он так вот, ну, потихоньку, как будто ветер, как маленький, да? Это сильно вот он его сейчас развивает. Надо еще, наверное, вентилятор уменьшить. Так, это 0.5. Ну, он что-то тут уже по кругу пошел. Сейчас посмотрим, прогон будет. Не, это маловато, да? Ставим 1000. И тогда все-таки, наверное, добавим килограммов. Так, добавим где-то 500 кадров. Так, что-то на 500 он не хочет уже запекать. Ну, давайте 250. 250, чтобы был нормальный прогон. Так, что-то он тут очень извивается. А ну-ка. Давайте еще сабдивайдов добавим. Тогда килограммы уменьшим. Что-то он конючит, да? Так, по нолям. Единичка. Двоечка, троечка. Во, помягче вроде бы стал. Смотрим, как он себя ведет. Вот, так, это степ шаги. Спид. Скорость чуть-чуть надо уменьшить, наверное. О, помягче будет. Раз. Во. Вот это то, что хотелось бы, да? Так, а ну-ка еще вентилятором этим ветром поиграем. Чуть-чуть кверху его задерем. Во. Такой легкий ветер, значит, в каньоне будет. Ну, я думаю, нормально, да? То угасает, то как бы прибавляется. А ну-ка еще чуть-чуть уменьшить. Во, более сказать нормально. Так, теперь что делаем? S, я хочу еще уменьшить древку. И еще побольше ее растянуть. Вытащить ее вверх. Set Origin к 3D курсору привяжу. И значит, зайдем в Edit Mode. Выбрать нужно вот эту верхнюю, значит, верхние вот эти полигоны, ну, в смысле вершины, сделать, включить move, сделать, нажать английскую E,
вытащить ее и сделать S в центр. Ну, как бы так бы. Так, Object Mode, все, вот она как бы заостренная, ну, как положено, да, так. Теперь что? Давайте добавим вот на наш флаг шейдер New, новый, добавим Add текстуры, добавим Image текстуры, добавим Base Color, добавим Open Desktop и найдем кордон. Так, где тут флаг? И флаг конфедератов добавим. Ну, вот такая штука. Но что у нас тут с рафнесом, да? Я не хочу, чтобы он блестел. Вот, пусть он будет матовый. Вот так вот. Ну, нормальный флаг. Так, теперь на древко нужно добавить тоже текстурку какую-нибудь. Это, так, текстура, image текстур. Open. И найдем desktop. Так, 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 кордон, флаг. И вот этот текстурный. Так, смотрим, что тут получилось. Заходим в UV Editor. Находим английское А. Здесь тоже А выделяем и делаем S. Так, чуть-чуть надо поднять ее G более к светлой части, а тут, чтобы была более темная. Ну, где-то вот так, наверное. Так, заходим в layout, смотрим, что у нас с древком получилось. Не очень, да? Тогда пробуем, а ну-ка, S, G, делаем побольше. Ну, в принципе, что, пойдет, да? На дерево похожа. Так. Ну вот, нормально. Так, по флагу теперь. А ну-ка, что ты мне... Вот видите, да? Тут какая-то желтая часть у него. Угу. Зайдем в UV Editor. Английская а тут. И, значит, сделаем чуть-чуть S. И чуть-чуть... Давайте передвинем на край. Ну, чтобы вот это вот желтое пятно как бы не мелькало. Вот, все. Так, теперь что у нас? Ну, нормальный флаг конфедератов. Сейчас его вывесить надо запечь сначала. Давайте запекем. Значит, заходим вниз, находим... Где она тут находится? Кэш, 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 кэш. И запекем баг. Файл сохраню, файл save as. Находим, где у нас тут флаг. И будет флаг называться. Симуляция. Вот так. Delete bug и пробуем заново. Bug, чтобы в ту папку сохранилось. Ну, вот такой вот флаг. Так, смотрим теперь файл save. Смотрим, чтобы он теперь как будет смотреться, значит, на кордоне, да? Так, файл open. Так, так, кордон. Итак, значит, на кордон добавляем файл link и находим, где тут флаг, да? Угу. Так, коллекция, коллекция. Посмотрим, как работать будет в сцене, да? Так.
Так, а ну-ка. Делаем R. Так, а ну-ка. Делаем R. И делаем G. Так, делаем R, G, подставляем, значит, куда-нибудь. Так, делаем S. Допустим, я не знаю, отсюда куда-нибудь. Это потом придумается, да? Так, и нужен ли он у входа? Вот вопрос, да? Возможно, его подставить можно потом будет. Так, семерка на нампаде, ноль на нампаде. Так, камера, shift. F, и значит куда-нибудь, куда его можно будет подставить. Если что, советуйте, пишите. Так, а ну-ка, G. Так, 0 на нампаде. Так, еще можно сделать S поменьше, да? Транспозом. Так, вот есть неудобство, надо научиться вот этому делу еще, как передвигаться по локациям. Это тут трудновато еще. Так. И можно сделать где-то вот сюда его подставить, если здесь будет, значит, генерал где-то. Ну, прям... Вот сюда ему прям под крышу где-то. Вот так вот. Так, или есть другой вариант. Допустим, R. G. Делаем ему S. Я не знаю, как он так, в таком это ого-го он будет стоять, да? В принципе, тоже имеет право на существование, что прям большущий флаг тут, чтобы все видели, что здесь конфедераты, допустим, да? Но это, судя по зданию, это шиздец какой будет флаг большой, неинтересно, да? Ну, вот так где-то его поставить. И G где-то вот тут закрепить. Ну, чтоб видно было вот так его, да? Вот он тут крутится, вертится. Можно еще чуть-чуть докрутить. Ну, под картинку, где будет заезжать, допустим, Мастерсон с этим... Как вот там, с ферстом, да? И чтобы вот это все дело как бы вот видно было. Так, вернем, значит, небо. Ну, в принципе, что, добавлю сегодня тут перекрытие крышу. И будет уже симпатично, да? Так, ну вот такая вот штука. Угу. Уже нормально. Так. У входа его можно ставить. И можно также его, наверное... А ну-ка, R. Чуть-чуть, допустим, S. И G.
У дома где-то тут собачить, а ну-ка, о. Ну а здесь будет часовой, возможно, возле флага стоять. Тогда будет все уже понятно, да? Что здесь пост, там еще что-то, ну, такая штука. Так, ну, можно, значит, по-другому еще, да? Уменьшить и, как я говорил, собачить, ну, в здание. Вот сюда, где контора, вот здесь вот будет генерал, допустим. И прям в эту контору ему флаг засобачить. Вот так вот. Ну, думаю, неплохо, да? Тут вопрос еще, вот, стоит ли его тут посередине, да, собачить, или лучше на углу. Ну, тоже не будет смотреться, если генерал тут будет стоять мастерсом, солдаты и флаг развиваться. Ну, в принципе, будет бомба. Ну, такая, значит, информация. Все, всем пока, до свидания.